بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله سبحانه وتعالى сегодня мы начинаем цикл лекций по вопросу, связанным с историей наджийского движения. Группа мусульман попросила меня пролить свет на эти события и что там происходило. По воле Аллаха Субхану Та'аля мы начнем это делать. Следует сказать то, что одна из важных причин, по которой приходится раскрывать подробности тех лет и те события, которые происходили, это то, что, к сожалению, движение наджийцев или ваххабитское движение, внешняя ее сторона или внешняя ее оболочка, она не соответствует тому, что есть на самом деле внутри. И, к сожалению, мы вынуждены признать, что мусульман, простых мусульман обманули. То есть придумали им очень интересную историю, сказку о том, что пришел спаситель в лице Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, спас мир от ширка. То есть, к сожалению, если мы вернемся на источники, то увидим, что дело обстояло далеко не так. Не говоря уже о том, что приходит в вопросах, то есть в научных вопросах, будто в вопросах фикха, будто в вопросах усуля. Там тоже, к сожалению, мы видим большой обман со стороны этого движения. Поэтому приходится разъяснить ситуацию и заглянуть в историю этого движения и как дела обстояли на самом деле. Если, значит, взять точку отсчета, то можно сказать то, что значит, часто на ум приходят слова имама Дусухи, алейхи рахматуллах, когда он закончил писать свою хашу на Шарх Ум аль-Барахин имама Сануси, он закончил его писать в 1214 году по хиджре. И упоминает там, что это был второй год, то есть когда он закончил писать эту хашу, это был второй год французской оккупации Египта. Имам Дусухи жил в Египте, преподавал в Аль-Азхаре, был одним из крупнейших маликийских факихов, усулитов, лугавистов своего времени. То есть любую науку мы возьмем, мы видим то, что имам Дусухи написал там свою хашу. И он писал, что когда он закончил хашу на Ум аль-Барахин, это 1214 год по хиджри, это было второй год французской оккупации Египта. Многие современные историки считают, что оккупация Египта со стороны французов — это такая своего рода точка отсчета и грань между джадидизмом и то, что было до него. То есть своего рода это отсчетка, точка отсчета джадидизма. Потому что именно после французской оккупации появились джадидисты, появились движения джадидистов в лице, значит, Джамалюддина Левгани, в лице Мухаммада Абду и их учеников и так далее, и так далее. Естественно, замечается резкий контраст между туросовской старой школой наук, будто фикха, будто усуля, будто других наук, и то, что случилось потом. Поэтому многие современные историки считали, что это своего рода точка отсчета джадидизма. В то же время признавая, что до этого, до оккупации французами Египта, происходили также события в Неджде, на Аравийском полуострове, которые также были предпосылкой для джадидизма. И тем самым они считают движение Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, движение ваххабитов, одной из форм джадидизма, что по сути дела является правильным. Ваххабитское движение или салафитское движение, как его называют теперь, это одна из форм джадидизма, потому что по сути дела она противоречит старой школе, будто в методе науки, будто в результатах этой науки.
Поэтому можем мы погрузиться в эти события, инша Аллаху субхану ва тааля, чтобы узнать, как обстояло дело и что же происходило тогда на Аравийском полуострове и какие события этому предшествовали. Значит, здесь, скажем, отношение структуры лекций, как будет происходить, условно можно разделить эти лекции на три этапа. Первый этап будем рассказывать о наджийском движении, о истории наджийского движения, как оно появилось, значит, что они делали, какие у них были действия, как они себя вели, что они творили там на Аравийском полуострове, кто им противостоял. Это, так скажем, первая часть лекции. Вторая часть или второй этап, будем говорить в этом, то есть во втором этапе, о фатавах уже наджийского призыва, фатавах вахабитов, будь то фатава самого Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, будь то фатава их сторонников. Здесь мы будем, естественно, опираться на книги, которые они сами же написали, сами же собрали. Также будем опираться на личные переписки Мухаммада ибн Абдул-Вахаба и его личные письма из того, что издали сами же вахабиты. И также постараемся поднять некоторые рукописи и рукописные документы также. Третий период будем говорить о понимании фукаха тех вопросов, то есть фукаха четырех мадхабов, всех вопросов, которые вахабиты считали, что это то, что называется ширкият или тому подобное. С акцентом на мадхаб ханбалитов, значит, в этой части. Также во втором периоде упомянем, что делало вахабитское движение с фукаха четырех мазхабов и какое было их положение, и какое было их отношение к фукаха четырем мазхабам, убивали они их или нет, значит, такфирили они их или нет, и так далее. Касательно источников данной темы, значит, чтобы не было никакого подозрения или недоверия, поставим себе цель то, что будем опираться в этих лекциях в основе на источники самих же вахабитов. То есть будем опираться на то, на что написали сами же вахабиты про самих себя и чем они гордятся, будь то в отношении фатав, будь то в отношении истории. То есть основной упор будет на книгу Ибн Раннама, которая называется «Тарих ун-Наджд». Также будем опираться на книгу Ибн Бишра, которая называется «Унван ул-Меджд фи тарих ин-Наджд». Что здесь можно сказать? Ибн Раннам, который написал книгу «Тарих ун-Наджд», был одним из лидеров ваххабитского движения. Более того, он был приближенным к Мухаммаду ибн Абдул-Вахабу, о чем он сам пишет в своей книге. И более того, он написал эту книгу по истории ваххабитов, истории их войн и истории их, так скажем, приключений по просьбе самого же Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, что очень важным является. То есть Мухаммад ибн Абдул-Вахаб сам попросил его записать их историю. И об этом Ибн Раннам пишет в предисловии или в первых страницах своей книги. И у него есть там такая фраза, когда он говорит про Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, и то, что он, то есть Ибн Раннам хотел написать такую книгу по истории, он говорит про шейха «Ва уа язиму алейя фи залика ва юшир». То есть шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб побуждал его написать такую книгу и записать их историю. Поэтому никакого здесь, значит, подозрения или варианта подтасовки быть не может, то есть сами вахабиты про себя это говорят. То есть это же их же видение позиции. Касательно книги «Унван аль-Меджд фи тарих ин-Наджд» Ибн Бишра, Ибн Бишр также был одним из сторонников вахабитского движения, и он учился у потомков Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, и также был одним из лидеров этого движения, поэтому здесь тоже никакого подозрение в том, что мы опираемся на источники каких-то там суфистов или кубуритов, которые подтасовывают факты и пытаются очернить ваххабитское движение, тоже быть не может. То есть сами наджийцы, сами ваххабиты про себя это написали. И как у нас есть правило фикхи или аудра или манакарра, то есть тот, кто признал сам
за собой какие-то вещи, у него нет никакого оправдания. Поэтому будем опираться смело на эти источники. Также будем опираться на значит, то, что написал из примечаний и комментариев Абдур-Рахман ибн Усаймин на книгу муфтия ханбалитов Мекки своего времени Мухаммада ибн Хумейда. То есть не путать между Мухаммадом ибн Усаймин, который был, значит, шейхом салафистского призыва, и между Абдур-Рахман ибн Усаймин или Абдур-Рахман аль-Усаймин. Тот, который сделал тахкик на ряд книг по биографии ханбалийских ученых. Он сделал тахкик на Табакат аль-Ханабила, ибн Абияля, и сделал тахкик также на книгу Мухаммада ибн Хумейда аль-Ханбали, которая называется «Ас-Сухуб аль-Вабила аля дарухи аль-Ханабила». То есть книга посвящена биографии поздних ханбалитов. И написал там большие-большие примечания и много биографий и событий также описывал. Он является, естественно, одним из ярых представителей салафистского движения, ваххабитского движения, поэтому также смело будем опираться на его слова в этом. Значит, Мухаммад ибн Хумейд, это, кто не знает, то это муфти ханбалитов в Мекке в свое время, умер в 1295 году по хиджре. Большой факих, значит, у него есть комментарии на Шарх-Мунтаха аль-Радат, также некоторые другие книги. Поэтому будем также опираться в некоторых событиях, особенно в тех, которые не противоречат варианту или версии ваххабитов. Будем опираться также иногда на его слова, также иногда на слова. Иногда будем приводить также слова фукаха мазхабов, как они видели вопрос, пусть он даже разнится с версией ваххабитского движения. То есть в некоторых вопросах также будем иногда их упоминать, хотя основной упор будет, естественно, на книги самих же наджийцев, на книги самих же представителей наджийского тариката или салафитского движения. В принципе, их нам достаточно, чтобы раскрыть тему. Вот, поэтому, в общем-то, такое вступление. Так будет вестись лекция, иншаллах. И, значит, вынуждены признать, что необходимо тему разъяснить, так как, к сожалению, многие мусульмане были просто-напросто обмануты самым таким дерзким образом. И, как я уже говорил, им придумали интересную и очень, значит, хорошую сказку, чтобы отвести всякие подозрения от наджийского движения, а также от Мухаммада ибн аль-Вахаба и, значит, тех, кто с ним был. Поэтому мы вынуждены, значит, раскрыть и открыть занавес на это движение. Также будем приводить иногда слова шейха Шавкани или также Санаани, так как эти люди уважаемые среди современного салафистского течения, ваххабитского течения, и посмотрим, как они, какое их было мнение в отношении движения Мухаммада ибн аль-Вахаба, ваххабитов и их действий. Также посмотрим, что они говорили, так как они тоже застали часть из этого времени. И, естественно, у них есть свои описания этих событий, свои видения этих событий. Поэтому по воле Аллаха Субхану Тааля мы начнем. Первое, что мы упомянем в этой лекции, первой лекции, так как она вводная, я надеюсь, что не будем долго описывать события. Значит, первым делом сделаем небольшую вводную часть, то есть расскажем о ситуации мадхаба в целом, которая была, значит, непосредственно перед временем прихода ваххабитского движения и движения Мухаммада ибн аль-Вахаба. Так как все-таки ваххабиты или основатель движения ваххабизма Мухаммад ибн аль-Вахаб, он вышел из ханбалитской семьи, и более того, мы увидим потом, что они себя приписывали к ханбалитам всю оставшуюся время, и до сих пор они себя приписывают к ханбалитам, и Мухаммад ибн аль-Вахаб также себя приписывал к ханбалитам. И посмотрим, значит, поэтому на положение мадхаба, как оно было до прихода Мухаммада ибн аль-Вахаба, незадолго до его прихода и во время его прихода.
И посмотрим также во время лекции, уже увидим, какое было отношение Мухаммада ибн Абдул-Вахаба и его сторонников к ханбалитам, к ученым ханбалитам его времени. Что они делали с ними? Как было, как происходило их убийство, как был вынесен им такфир и так далее, и так далее. Значит, из того, что следует сказать, то, что во время или непосредственно перед приходом движения Ибн Абдул-Вахаба, а мы знаем, что Мухаммад Ибн Абдул-Вахаб родился в 1115 году по хиджре, умер в 1206 году по хиджре. Родился в 1115 году по хиджре, умер в 1206 году по хиджре. Вот. Значит, кто хочет, значит, уточнить или вернуться также к дате рождения Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, он может заглянуть на книгу «Аль-Алам Лиззаркали» и также книгу Бакра Абу Зейда «Улема Уль-Ханабила». Там он также упоминает дату рождения Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. Значит, 1115 год по хиджре. Что можно сказать здесь? Какое было положение мадхаба в это время? Первое, что отметим, это то, что непосредственно перед этим временем, перед временем Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, в мадхабе было, так скажем, три базы основных ханбалийского мадхаба в мире. Это был Египет. Вторая база — это был Шам. Сюда входили ханбалиты Палестины, также Сирии. И третья база, которая находилась в Неджде, на Аравийском полуострове. Если посмотреть на египетских ханбалитов, то здесь были такие известные фукаха того времени, как Мару Эль-Карми, который умер в 1033 году по хиджре, и крупнейший фахих своего времени, у которого есть, значит, очень важная книга Мазаби, которая называется «Гуайт аль-Мунтаха», и многие других книг у него также есть, которые не по фикху. Вот. Причем он отличался очень таким интересной позицией, то, что он всегда старался, значит, детализировать вопрос. И в этой книге мы видим, и у книги «Гуайт аль-Мунтаха» очень много происходит детализации и новых вопросов в мазхабе, которые были неизвестны до него или которые не обсуждались до него. Также это была, естественно, школа в Мисре Мансур аль-Бухути, имама Мансур аль-Бухути, который умер в 1051 году по хиджре. Естественно, основные все труды мазхаба шархи на аль-Икна, на аль-Мунтаха аль-Радат, хаваши, в общем-то, относятся к Мансуру Ибн Юнус аль-Бухути. Вот. Он также находился в Каире. И, естественно, здесь нужно отметить его учеников. Это такие, как Мухаммад аль-Хальвати, который умер в 1088 году по хиджре. Был его непосредственным учеником. Также был женат на его дочери, на дочери имама Мансур аль-Бухути. Также сюда заходит ученик Мухаммада аль-Хальвати, Усмана аль-Неджди, Усмана ибн Хуайт аль-Неджди, который родом сам из Неджда, потом учился у ханбалитов Шама, потом, когда у него вышел конфликт с Абиль-Мавахиб, большим ханбалитом Шама, в одном из вопросов они разошлись в Тахриджи, он уехал в Египет и стал учиться у Мухаммада аль-Хальвати. Алейхи рахматуллах. Значит, Усман аль-Неджди, также автор больших трудов в мазхабе, как Хашим мунтаха аль-Радат и другие, умер в 1908 году по хиджре. 1098. Здесь также из учеников Усман аль-Неджди отмечаем имама ибн Ауд аль-Мардави аль-Ханбали, который учился у Усман аль-Неджди, и у него есть комментарий Хаваши на его книгу, на шарх Усман аль-Неджди на Матну Умдату Толиб, большие хаваши, также у него есть хаваши на Далили Толиб, также у него есть хаваши большие на Шарху Сунна Сири Кубро и другие книги мадхаба. Имам ибн Ауд аль-Мардави, то есть аль-Мардави, родился в городе Марда в Палестине, то есть сам родом из Палестины изначально. Затем приехал в Египет. Умер в 1140 году по хиджре. Значит, умер в 1140 году по хиджре.
Это значит, что он застал Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. Он застал Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. И Мухаммаду ибн Абдул-Вахабу тогда было 25 лет. То есть, в принципе, был уже в расцвете сил. Однако, тогда Мухаммад ибн Абдул-Вахаб не выступил со своим вот этим вот призывом, со своим движением. Поэтому, естественно, не приходит от ибн Абдул-Мардава никаких опровержений на ибн Абдул-Вахаба. Если посмотреть на ханбалитов Шама, то можно, значит, отметить в первую очередь это семейство Шатты, которое ведущую позицию занимало в Шаме. Целая ханбалитская, значит, семья. Также имам Рухибани, который сделал шах на Руатли Мунтага. Также из ханбалитов Палестины, уже позже, которые пошли, уже в частности после смерти ибн Абдул-Вахаба. Это имам Юсуф аль-Баркауи из Палестины, это также шейх Абдул-Гани аль-Лабади, алейхи рахматуллах, который написал хашу на Нейли аль-Маариб, шархи Далил Толиб, и другие фукаха мадхаба. Если посмотрим на Неджд, то значит, очень яркие позиции здесь были у имама ибн Атва аль-Ханбали, крупнейший ханбалийский факих своего времени. Также имам Абдулла ибн Захлян, который умер в 1099 году по хиджре. 1099 году по хиджре. То есть за 6 лет до рождения Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. Также имам Ахмад аль-Манхур, известный ханбалийский факих, который записал много фатав ханбалийских ученых. И у него есть книга, называется «Аль-Фаваких аль-Адида фил-Масаиль аль-Муфида», очень важные книги. Очень важная книга, очень важные масали там передает. Умер в 1125 году по хиджре. Был из ханбалитов Неджда. В 1125 году по хиджре. То есть, когда он умер, ибн Абдул-Вахабу было 10 лет. Ибн Абдул-Вахабу было 10 лет. То есть, почему я акцентирую внимание на ибн Абдул-Вахаба и сколько ему лет было. Потому что, по сути дела, приход ваххабитского движения нанес огромный ущерб ханбалитскому мадхабу. То есть, по сути дела, движение ханбалитов как мадхаба во многом затормозилось, и где-то даже, может быть, оно какой-то период вообще остановилось полностью. И ни один из мадхабов так не пострадал сильно, как ханбалитский. Что мы, в общем-то, и увидим. Иншааллах. Если говорить о современниках известных, которые были уже жили во время ибн Абдул-Вахаба, и которые опровергали ибн Абдул-Вахаба из ханбалитов, то, естественно, здесь следует отметить имама Мухаммада Сафарини, алейхи рахматуллах, и с его словами также мы познакомимся, что он говорил в отношении движения ваххабитов. В общем, мы видим здесь такую, в общем, картину, довольно хорошую, в мазхабе до прихода ваххабитского движения. Много фукаха, много разных книг, разбираются тонкие вопросы в мадхабе, хаваши пишутся, собираются фатава, детализируются вопросы, в общем-то, мадхаб развивается, живет и, в общем-то, идет своим ходом. Что можно сказать дальше? Также следует посмотреть и некоторое внимание обратить на или рассказать про семейство ибн Абдул-Вахаба. Если говорить значит, его предках, мы знаем то, что Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, то есть его отец был Абдул-Вахаб. Его отца звали Абдул-Вахаб ибн Сулейман ибн Али. Дед Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, Сулейман ибн Али ибн Мушарраф, Ат-Тамими ан-Наджди. Сулейман ибн Али ибн Мушарраф. Ат-Тамими ан-Наджди. То есть Тамими из племени Бану Тамим. Ан-Наджди из Неджда. Сулейман ибн Али. Очень большая личность и большая фигура в мадхабе, крупнейший ханбалийский фахих своего времени. И очень часто его упоминает имам Ахмад аль-Манкур, алейхи рахматуллах, в своей книге «Аль-Фаваких аль-Адида». Передает ряд вопросов от него. Вопросы в мадхабе, разбор с его почерка, написанные. Очень интересные тонкие вопросы от него приходят, от Сулеймана ибн Али. Значит, это удивительная фигура в мадхабе. То есть тонкие вопросы, которые он упоминал,
очень важен для мадхаба. Поэтому муфти Ханбалид в Мекке, Мухаммад ибн Хумейд, когда писал его биографию, он указал то, что у Сулеймана ибн Али есть много фатав, есть ряд разборов вопросов в мазхабе, очень важных, но они, к сожалению, не собраны. И говорит, если бы их кто-то собрал, было бы очень важным делом. Но, к сожалению, они не собраны, однако много из них передает имам Ахмад аль-Манкур в своей книге «Аль-Фаваких аль-Адида». Сулейман ибн Али, то есть зять Мухаммада ибн аль-Вахаба, умер в 1079 году по хиджре. В 1079 году по хиджре. То есть это такую дату ставит нам Аз-Заркали в книге «Аль-Алям». Также, Мухаккик Абдурахман аль-Утаймин в своих примечаниях на книгу «Сухаб аль-Вабиль аль-Дарух аль-Анабиля» также ставит нам эту дату, что Сулейман ибн Али, дед Мухаммад ибн аль-Вахаб, умер в 1079 году по хиджре. Интересное событие отмечает имам Мухаммад ибн Хумейд, муфти ханбалитов Мекки, в своей книге «Сухаб аль-Вабиль аль-Дарух аль-Анабиля», когда упоминает, что Сулейман ибн Али в одно из времени захотел, или был у него ният, сделать шарх и написать шарх на Мунтаха аль-Радат. И тогда его студенты показали ему, что, в общем-то, Мансур аль-Пухути уже сделал свой шарх. И тогда Сулейман ибн Али отказался от этой идеи и сказал ему, тогда этого достаточно. То есть Сулейман ибн Али, дед Мухаммада ибн аль-Вахаба, был современником или жил в одно время с имамом Мансуром ибн Юнус аль-Пухути. И даже говорят, что они встречались друг с другом. Вот. Как бы то ни было, были оба большие фукаха, и на что указывают слова Ибн Хумейда и других фукаха мазхаба. Если будем говорить о Абдул-Вахабе Ибн Сулейман, который был отцом Мухаммада Ибн Абдул-Вахаба, то здесь мы скажем, его звали Абдул-Вахаб ибн Сулейман ибн Али ибн Мушарраф ат-Тамими ан-Наджди. Умер в 1153 году по хиджре. Умер в 1153 году по хиджре. Значит, такую дату упоминает имам ибн Хумейд, алейхи рахматуллах, муфти ханбалита в Мекке, в своей книге «Сухаб аль-Вабиля аля дурух аль-Ханабиля». Также ибн Бишр в книге «Унван аль-Маджд фи тарихи Наджд» также упоминает и отмечает эту дату. Умер в 1053 году по хиджре. Абдул-Вахаб ибн Сулейман. Отец Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. Это очень значимая дата, потому что, по сути дела, после смерти Абдул-Вахаба ибн Сулеймана, мы видим то, что Мухаммад ибн Абдул-Вахаб начинает свое движение. До этого он его не начинал. После его смерти начинает его движение. И мы также это упомянем позже. Абдул-Вахаб ибн Сулейман, то есть отец Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, был кадием. То есть одно время он был кадием в городе Аль-Уйейна. Это его родной город. Был там кадием ханбалитов. Также то есть об этом упоминает Ибн Бишр в своей книге «Унвану аль-Маджд фи тарихи Наджд». Затем он переехал в 1139 году переехал из Уйейна в город Хурэймила. Город Хурэймила. Также, как об этом пишет Ибн Бишр в своей книге «Унван аль-Маджд фи тарих ан-Наджд», в 1139 году по хиджре переезжает он в Хурэймила и там становится кади. Также в этом городе. До 1153 года. То есть его отец Ибн Абдул-Вахаба был кадием ханбалитов в двух городах поочередно. Что происходило в городе Хурэймила во время того, как Мухаммад ибн Абдул-Вахаб развернул свое движение, мы также узнаем, что там случилось, какие события там происходили. Родной брат Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, Сулейман ибн Абдул-Вахаб, то есть Сулейман ибн Абдул-Вахаб ибн Сулейман ибн Али ибн Мушарраф ат-Тамими ан-Наджди.
Умер в 1208 году по хиджре, через 2 года после смерти Мухаммада ибн Абдул-Вахаб. Был отмечен знанием, отличался большим знанием, и также это отметил имам Ибн Хумейд, муфти ханбалитов в Мекке. И следует отметить, что Сулейман ибн Абдул-Вахаб, родной брат Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, после смерти их отца, сменил своего отца на посту кадия города Хурэймила. Это событие, значит, также отмечает Абдур-Рахман Аль-Усаймин в своих примечаниях на книгу имама Ибн Хумейда «Сухаб-Ль-Вабиля Аль-Дарух-Ль-Ханабиля». Также дата его смерти также подтверждена этим же мухаккиком Абдур-Рахманом Аль-Усаймином также в своих примечаниях. То есть я постоянно ссылаюсь на этих людей, чтобы никто не думал, что мы опираемся на каких-то, значит, заблудших фукха или суфистов и так далее и искажаем историю. Нет, мы опираемся, значит, на салафистские, на ваххабитские источники. Вот. Он был кадием и сменил отца на этом посту. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, как мы уже сказали, как об этом передал Аз-Заркалей в книге Аль-Алям, также как передает Бакр Абу-Заид в своей книге Улема Аль-Ханабиля, 413 страницы, родился в 1115 году по хиджри, умер в 1206. Вот. Если говорить вкратце, значит, это, так скажем, вкратце описали мы события или описали мы семью Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, что происходило потом, что, значит, какие события происходили, это, иншаллаху субхану та'аля, тема следующей лекции. То есть не будем делать лекции длинными, чтобы люди не уставали, чтобы можно было усвоить материал, который мы упоминаем. Значит, в следующей записи, иншаллаху субхану та'аля, упомянем некоторые факты из биографии ибн Абдул-Вахаба, какое у него было отношение с отцом, как об этом пишут источники ваххабитов, как об этом пишут источники фукаха, что делал ибн Абдул-Вахаб до смерти отца и после смерти отца. Мы об этом, иншаллаху субхану та'аля, узнаем на следующем уроке, в следующей записи. Также, конечно, хотелось бы то, что, в общем-то, после упоминания и такое небольшое замечание, что после упоминания фактов, которые, иншаллаху субхану та'аля, будут раскрыты в этих лекциях, то есть я думаю, каждый для себя сделает выводы, кому верить. То есть и кто в итоге делал или обманывал мусульман в итоге, и какое положение или какую позицию занимать в отношении движения ваххабитов. Я думаю, каждый для себя сам сделает выводы, и надеюсь, они будут правильными. На этом первую часть, вводную часть мы сегодня заканчиваем. Иншааллаху субхану та'аля, в следующей лекции затронем или начнем также непосредственно события, которые происходили с Мухаммадом ибн Абдул-Вахабом. Вальхамду лиллахи раббиль аалямин.